Масло растительное в Бимке 92,50. Акция. 18,50 литр. Мне кажется, это раньше было очень дорого. А сейчас я не знаю, как на это реагировать. Надо пойти посмотреть остальные цены на масло растительное. Лук мне нужен. Сейчас накидаю. Детские наборы какие-то появились, когда детей уже никого не осталось. Что-то из ниток вот плести набор. Что стоит, непонятно. Тут вот 12,90. Филография 19,90. 59,90. Это вот, наверное, вот про это 59,90. Здесь какие-то разные наборы есть. О, этот есть телескоп за 119 лир. Но он небольшой, видимо. У наших друзей огромный телескоп. О, а это пылесос, как у нас. Только у нас он темно-серый с фиолетовым. А здесь серый с зеленоватым. Что-то здесь тарелки какие-то. Солонки. Чашки, плошки. Ладно, тут ничего такого хорошенького нету. Все остальное. Вот это непонятная цена на все. Тут примерно как было, так и осталось. А вот масло дорожает. Я там говорил 92,50, вот оно там видно вдалеке. А здесь оно 119 стоит. Ну не оно же, а другое масло тоже растительное. 119 лир. Поэтому там выгодная цена. 109 это памук, это катон, хлопковое масло, короче. Так что такая вот история. Ну это вот всякие акции, шмакции. Портакал кола, ничего себе, модно. Так больше ничего так интересного не вижу. Крем Санти, возможно, что... Вот такое надо было Оле что-нибудь покупать, разбавлять. И что-нибудь такое взбитое могло получиться. Петкер крем Шанти. Это что такое? Виноградный какой-то пекмес написан. Не знаю, что это. Не пробовали. Ладненько. Вот опять вот маслины всякие есть. И такие вот есть. А вот черных маслин хороших нету. Это не значит такое. Каштаны. Каштаны это каштаны. Интересно. А это фасоль. Фасоль зеленая. Что здесь еще есть? Сушеные яблоки продают. Плюс тут какое-то молоко. Мультивитаминное. 6,50. Вот шоколадочка, кстати, как вы на это оцениваете? 10,90. Белый шоколад. Кто любит шоколад, порадуется. А вот другой фермы. Крем Шанти. Здесь он 4,90 стоит. Паста крема какая-то есть. Коричневая есть, видимо. Какао 5,50. Во, присыпки всякие, смотрите, какие прикольные. 6,50 написано. Пойду гляну, почем стоит индейка. На той стороне, по-моему, сейчас обойду. Так, я пришел в птичий отдел, так сказать. Здесь только курица. Куриное все. Пилич, бонфиле. Это вот грудка 43,90. Дальше что здесь? Это ноги 28,90. Перзовые, это не знаю, как они что называют. Вот эти видно. А вот это красное мясо. Возможно, что это очищенное просто ножек мяса. Это опять курочки. Вот они. Хинди багет 35,90. Вот он, хинди багет написано. Вот это называется хинди капама. Хинди капама 37,90. Дальше что здесь? Хинди гагуш. Вот эти куски мяса. Я не знаю, с какой части. Стоит 46,50. Так, что еще? Гагуш.
сигара того, нет, в этот раз. Там он целиковый, по-моему, курица лежит, это не индейка. Это такие цены на индейке, индейку сейчас. Тут курица целиковая, 22,90 килограмм, чуть подорожал, я покупал на Алиэкспрессе дешевле. А здесь вот мясное, 29,28, 15,90 стейк-бургер. Короче, кайма 24,90. Какие-то непонятные белые штучки. Дана написано. Что это? Говяжье что-то. Непонятно. Так, ладно. Пойду я дальше. Что еще у нас? Какие-то мороженые есть. Сигары Берег. Берег. Ну ладно. Это не требуется. Идем дальше. Мирос, вот наборы, смотрите, тоже. Соки, наки всякие. Чипсы, шмиксы. Продает. Елка 1,80 м. Стоит 289 с картой Мигрос. Это 180 сантиметров. Что-то здесь чуть-чуть, видимо, рисунок другое. 449 лет всего. Вот какая-то совсем мелкая, 90 сантиметров. Стоит 39 лир, видимо. Шарики, фонарики, звезды, колпачки, хлопушки, шапки. Такие игрушки. В общем, Новый год тоже к нам учится. Я пришел за этим, за маслины я купил, значит, мне надо теперь купить только, так, Мигрос, 5 килограмм мука, 37,90, да, все правильно. А масло подсолнечное 2-литровое, 44,50. Верно. Вот не можем найти мы маслины, темные маслины, нормальные, чтобы они вот такие были, как вот на картинке. Они все сушеные такие почему-то. Почему так, мы пока определить не можем. Вот. Ну вот тоже, кстати, симпатично. Ну, нет, не то. Как греческие, берешь, они все прям один к одному, наливные, кушаешь. Прелесть. А здесь такого нет. Почему-то. Тут, видно, дешевле было масло подсолнечное по 86,90. Все смели. Осталось только вот соседнее по 89,90. Ну что, опять же, дешевле на 3 лиры, чем в Бинке. Это в Мигресе сейчас я нахожусь. Ну, остальное здесь в маленькой фасовке. Все стоит 23,50, вот литровая. А если брать в рассыпок, то 21,70 стоило, а это 22. Там на лиру дешевле литр получается. А, 4-литровые бутылки, да? Поэтому здесь невыгодно, там выгоднее получается. Там литр 18,50, а здесь 22 лиры литр масла. А я пришел горошек купить. Сейчас пойду горошек возьму. Пару банок Оля мне заказала. И все, собственно, у меня заказов. Уверен, все нету. Хорош уже, что-то весь промок. Сегодня дождик шурует, воды поналило. Смотрите, такие болота. Я вот тут его вброд уже не преодолею. И машины вот едут, прям вода разлетается во все стороны. Это прям по-турецки, это ненормально. Хотя, может быть, все только начинается этот период. Вчера поливало, сегодня поливает. Вот на перекрестке я стою возле Мигроса, ближайшего к нам. Нормально, воды набузило и еще не останавливается дождь. Поехал я домой, пока светло еще. Настругала остаток руколы. Вот. И вчера квасила кефир. Не кефир, йогурт. Не показала вам. Смотрите, какой у меня йогурт. Чик. Короче, до этого я делала с, как называется, тахинной пастой йогурт с лимончиком. Но тахинную пасту переборщила, оно у меня горчило. Поэтому сейчас добавляю йогурт. Сейчас добавлю еще сюда лимончик, соль, перец. И все это дело залью руколу. Всем этим делом залью руколу.
Смотрите, какой классный кефир домашний, с фермерского молочка. Кому нравится, ставьте лайк. Все, сейчас приготовлю и будем кушать вкуснятину с Алексеем, да, Алексей? Ну да. Вода немножко теплая появилась, солнышко появилось, вода появилась. А, покажи, какой бардак сделал твой. А здесь вот последствия работы кулинара Михаила. Кстати, вот эти вот лимонь, апельсинчики он отрезал для украшения и почему-то не стал использовать. Забыл? Забыл. Ну, я помогаю кулинарам, помогу и этому кулинару. На доске режу. Этому кулинару тоже надо помочь убраться. Да, кулинар? Ну-ка, покажи там бокал свой. О, вот это красота. Михаил куда-то побежал. Короче, сам себе приготовил смузи, наколдыбасил, приволок этот аппарат тяжелый. Вот это все, что он туда, шкурки от всего, что он туда положил. Вы можете здесь увидеть апельсин, банан, киви, яблоко. Дай трубочку. Ничего не добавлял, никаких не сюда. Не надо трубочку, он очень густой, ты не сможешь. Он не протянешь ты его, все трубочку. Закрой дверки, Миша, тот тень создал в квартире. Вот, и все это, Михаил даже ничего не добавлял, ни кефир, ни... А, апельсин он превратил в сок. Он сперва на соковыжималке превратил в сок апельсин, а потом все это измельчил вот в этом скоростном блендере. Или миксере. В общем, сейчас помогу ему убраться. То нам придется кушать во всем этом безобразии. Сегодня мне не дают работать. Че он опять ворочает, Алексей Николаевич? Готовит очередную смузи. Ох, господи. Ой. Идите уже гулять. Михаил, пойдем гулять? Что надо будет вторую партию закинуть, все эти яблочки сюда докинуть еще, чтобы, ну, тут больше сока будет. Итак, мы немножко погуляли. Наша мама была здесь занята, готовила рецепт. Сейчас упала без задних ног, отдыхает. А дети у нас ужинают, кушают тортик. С чаёхой. Скоро английский, да. Сейчас сперва первый Михаил пойдет, а за ним Олег. Так, Олегу надо еще оплатить какой-то там дополнительный фильм. А Миша не смотрит фильм, который Олег смотрит? Или это разные уровни, да, рассчитан? Тяжелый. Тяжелый, да? Ну, для Миши, да. Понятно. А ты пытался, да, смотреть Михаил? Нет? Мне интересно тебе было? Там же... Там про школьников... Фильм-то интересный, хоть как комедия даже, по-моему. Да, это комедийный фильм. Типа «Ворониных», знаешь. А, только по-английски. Да. Так вот давайте все смотреть с семьей. По идее, если из Google Chrome он будет смотреть, попробуем потом на телевизор закинуть. Ну да. Короче, да, вот эксперимент. Ладно, Михаил сейчас уже заканчивает, сейчас пойдет настраивать аппаратуру. И мы что-нибудь, может, еще покажем. Угу. У нас сегодня был солнечный день. Правда, вечер был не такой солнечный. Даже дождик на нас капнул слегка. Но он не стал расходиться. Мы быстренько смогли подождать, пока эти крылья прикручивали к велику. И потом уже пошли гулять. Ладно, Михаил, время не ждет. Время не ждет. Короче, прям мы тут... Решили покататься на великах, но перед этим, вот, мы тут на столе в холле, так сказать, все разместили. А сейчас будем прикручивать крылья вот к этому вот красавцу.
А с релитом ничего не надо? Нет. Нет? Нет, не надо. А, тут уже есть тарки, да? Да. Ясно. Ладно, сейчас прикрутим крылья. По ходу дела будем включать камеру и показывать результаты. Что-то вкручиваем мы тут. Это же что? Первое крыло, можно сказать, прикручено, да? Угу. На, быстро. Мы управились этим крылом. Посмотрим сейчас, что будет с задним. Короче, когда столкнулись мы с такой проблемой, когда... Он будет прыгать сюда-сюда, а управление будет, короче. Угу. И еще ну, папа... Ну, универсальное, но... Еще папа... Ага. Сложнее, но... Еще папа тестировал, так, просто проверить. И выяснилось, что папина нога цепляется за крыло. Но при этом как, пап, дискомфорт не доставляет? Да. Ну ладно. Вот примерно такой вот велик у нас с крылом получился. Переключающий, просит вот этот отсюда. Папа, знаешь, что он будет сидеть? У него есть дырочка. А у этой дырочки есть очень другой лапа. Как-то так получилось. Молодежь у нас попросилась идти кататься на великах. Мы уже вышли, было так солнечно, хорошо. Пока выходили, уже свет включили на улице. И начался вот дождик, блин, гадство. Сегодня целый день была отличная погода, а сейчас к вечеру пошел дождь. Но мы все равно сходим до моря и обратно сейчас посмотрим и все. Тут вот уже городят, уже смотрите, нулевой этаж есть, первый, второй этаж уже собирают вот эти все штуки. Скоро будет уже этот. А, в соседнем комплексе, вон там он, вдалеке, там где три одинаковых это, корпуса, там уже горки собирают возле бассейна. А здесь вот полностью отсыпаются вокруг землей этот комплекс и забор ставят возле ближнего корпуса. Как он? Ну, комплекса, ближайшего комплекса. Подсыпают землю здесь. Видно, они строительство где-то еще ведут. Там землю выбирают, сюда везут, сыпят ее. Тут так работает стройка. Ну, наверное, везде, собственно говоря, тоже. Землю зачем закупать, потом куда-то высыпать, если она вот так требуется постоянно в одном месте. Возьми, в другое высыпи. Олег поехал по луже. Надо Мишу сказать, чтобы не ехал. Миша, ты по луже не езжай, Миша! Там по луже не лезь! По тротуару, как в прошлый раз. А то Олег вон поехал к этому, к луже. Хоть и крылья поставили, но все равно грязь полетит тебе на спину. А это может не спасти. Миша наоборот мечтает по этой по луже погоняться. Короче, я, говорит, медленно поеду. Видали, как разогнался? Ну, честно говоря, когда я был маленький, в возрасте Миши, а когда в возрасте Олега уже нет, наверное, когда в возрасте Миши, мне очень хотелось по луже проехать. Олег вот сейчас самое тонкое место посередине проедет. Там никаких ям нету, там просто, как сказать, ровный асфальт, как и вот здесь тоже. Поэтому вот он едет в оптимальном месте. Что-то он только куда-то вправо завернул слегка. А Миша вот так едет. Видите, одной ногой по тротуару, а другой ногой на педальке. Вчера я просто ехал не по луже, по подобной, а просто ехал. Приехал, у меня куртка была на спине до воротника вся в грязи. В грязи. Пришел и оттирал.
А сегодня поставили крылья наконец. Давно уже купили, все никак руки не доходили. Ну и, собственно, погода нам благоволила, мы все могли, так сказать, без крыльев кататься на велосипедах. Лишь буквально вот несколько раз мы прямо они нам очень требовались. Один раз вчера, когда я ехал с магазина, был сильно запачкан. Короче, сейчас покажу вам море какое у нас. Время уже позднее достаточно. Сейчас я часы вторые, сейчас посмотрю в телефоне в другом, сколько времени у нас. 17:47 сейчас у нас, 16 декабря. Ой, сейчас посмотрим, что там у нас с морюшком. Там мотик чей-то стоит возле моря. Дети, я пойду семечек куплю. Пойду семечки куплю. Вы катайтесь, далеко не выезжайте. Осторожней, чтобы машины там не гонялись. Ладно, я пойду сейчас семечки куплю. В МТС вот здесь прям рядышком. И выйду на берег туда. Через минутку буквально. В кармане. Я купил хлеба и семечек. Хлеба и зрелищ. Тут нас кошенят уже встречают. А я пойду море покажу вам. В принципе, уже луна вышла. Хотя здесь еще солнце до конца не село. Но море классное. Море прям такое. Летом за счастье такое. Хорошее такое, комфортное. На пляже никого нету. Рыбачок он там один только на пирсе, вижу я. А тут никого уже нету. Хотя здесь раньше тоже приходили рыбачки. Так, вода шумит вот, морская. И немножко совсем моргало. Сейчас гремела где-то молния, гроза где-то. Но я думаю, что где-то далеко, потому что такие отголоски такие очень далекие. А вот волна такая красивая на море, обратите внимание, переливается от луны. Прямо сейчас посередине кадра. Красиво. Кошка решила, что я пришел к ней, обтирается в мои ноги. Торок пытается что-то рассказать Мише. Так, Миша здесь увидал целый ассортимент велосипедов перед Мигросом. Я говорю, вот твой, Миша, вот твоего размера велосипед синий. Так, который... Вот ты! Понятно, понятно. Удобный, небольшой. В коленках жать будет только сильно. Да. Здесь такие остались малышковые велосипеды. Большой, самый вот этот вот оранжевый. Поменьше вот этому. Да, это какой-то девчачий розовенький. Но вот этот вот тоже хороший. Наш Миша уже научился кататься на больших велосипедах. Ему такие уже не нужны. Да, Михаил? Да, он уже все, он уже вырос. Я уже когда сажусь на этот, на сиденье, я могу вот так вот на этом, на кончике ног, на, как называется, на пальце стоять. Вот на цыпочках. Да. Что, пойдем в сторону дома, мама сказала, ничего купить, покупать не надо. Ну, да. Пойдем? Пойдем. Пойдем, нас там еще собачка на набережной ждет. Пойдем. Нас она провожала сейчас сюда, почти до самого магазина. Вот елочки, там какие-то огоньки светятся, это магазин-то. А вот здесь вот, сейчас уже проехали в этом месте. В Мигрос мы ехали в ту сторону. И мы увидели, что люди уже готовятся к Новому году. Там, видите, вон елочка светится. За кафешкой. На первом этаже. Елочка стоит на улице. Молодцы, красиво. Ждёшь с нетерпением Новый год, ставьте лайки. Да-да-да. Наши друзья тоже поставили огоньки на балконе, повесили. А мы что-то пока тянемся еще. Надо вешать уже огоньки и елочку ставить. Как ты думаешь, Олег? Мне кажется, да, стоит. Да, у нас обычно от метка это день рождения Олега. Как день рождения проходит, потом наряжаем елочку. Аккуратно, дяденьку не сбей. Вот, поэтому
День рождения прошло, сегодня 16 декабря, уже пора идти за елочкой. Миша, сломаешь велосипед? Будь аккуратный. Море прям шумит. Хотя здесь более ветрено, чем у нас, да, по-моему? Море еще, может быть. Да, да, возле моря. Ветер активнее ходит. Вообще пусто на набережной. Надо сюда днем приходить. Одни коты гуляют и кошки. Поэтому так нам рады, когда мы приходим. И трутся, и радуются, и мяукают, и скачут вокруг тебя. Ладно, мы почти приехали, да, уже? Сейчас туда я остановлюсь, слезу, а вы катаетесь. А я пройдусь немного тут, пару шагов. Ну, тем более. Все, тогда я торможу. А вы катаетесь.